Здорово! Ты находишься на канале Криптонация Лайф, и сегодня у нас второй выпуск про классный проект, который называется Elrond Network. Как ты помнишь, они залистились на бирже 4 июля. И залистились не просто на бирже, а на самую популярную биржу на данный момент, которая называется Binance. Как так получилось? Да за счет того, что они проводили там IEO. Именно Binance продвигал их как проект, успешный проект, который реализует такие возможности, которые обойдут тот же самый Ethereum, Zilliqa, BTC и многие другие блокчейны. Потому что они поставили себе цель обойти все текущие системы, выйти на новый уровень и реализовать все возможности блокчейна, которые можно только сейчас придумать на данный момент. Будет и защита от атак, и множество преимуществ, которые мы сейчас с вами перечислим. У них есть свой собственный токен, который называется ERZ. Данный токен распространялся через IEO, а также у вас есть сейчас возможность купить его на различных биржах, и потом уже его холдить, либо же использовать на данной платформе. Потому что он будет как служебный токен для платформы, чтобы все функции данной платформы были быстрыми, чтобы они реализовывались более профессионально, используется именно эта криптовалюта, которая является очень быстрой, имеет тикер ERD. Она будет также использоваться для поощрения комьюнити и активных членов, которые участвуют на данной платформе. Все эти токены разработаны командой, которая имеет большой опыт работы в создании блокчейна и в создании криптовалют. И сейчас давайте рассматривать с вами вместе преимущества данного проекта. Итак, из преимуществ и особенных возможностей, которые есть на данной площадке. Во-первых, это производительность. Здесь будет подход шардинг, и он будет демонстрировать линейно увеличивающуюся пропускную способность. Чем больше будет участников на данной платформе, тем более масштабируемая будет сеть и тем более быстрая она будет, а также быстро растущая. Также здесь есть сохранение хранилища осколков для уменьшения требований к хранению и времени начальной загрузки. Есть также здесь источник случайности, то есть каждый узел из списка E может быть выбран как часть G, оптимальной размерной консенсусной группы с помощью детерминированной функции, основанной на агрегированной сигнатуре последнего блока, раунде R и наборе параметров вариаций. И, конечно, здесь также безопасность через мультиподписание. Этот метод масштабирования можно использовать в цепочках блоков для разделения состояния и обработки транзакций, чтобы каждый узел обрабатывал только часть тех транзакций параллельно с другими узлами, до тех пор, пока существует достаточное количество узлов, проверяющих каждую транзакцию, чтобы данная система поддерживала высокую безопасность, надежность, и разбиение цепочки блоков на сегменты позволит ей обрабатывать множество транзакций параллельно. И это будет значительно повышать пропускную способность и эффективность всех транзакций на данной платформе. А также шардинг обеспечит увеличивающую пропускную способность по мере расширения сети майнинга, свойство которое называется горизонтальным масштабированием. И данный проект будет использовать все данные технологии в этой сфере деятельности для того, чтобы улучшить систему блокчейна, чтобы было все более быстро, надежно и безопасно. Если тебе понравился данный выпуск, то все ссылки на данный проект я оставлю, конечно же, в описании. Подписывайся на канал, ставь лайки. Покедова!